Качаюсь в нанометре. Я еще в проекте. Новая жизнь в отдельно взятой чашке Петри. Я четко виден в трех проекциях и изометрии. Я чувствую, что состою из молекул. Кажется веком, что для человека взмах ока. Цветок жизни вновь и вновь рождает облака. Позади Кали-Юга, впереди Камалока. Или рано, пока и лучше поставить блок. Таргет локт на несущей волне. Все нужные мне данные уже во мне. Все ключевые показатели на уровне. И вроде защищен от проникновения извне. Но что-то не так с этой спиралью вечности. Как срывы на резьбе, на ней стоят засечки. Это уродство может быть только результатом человеческой деятельности. Постепенно начинаю видеть стены под странным углом к полу. Нахожу себя растерянным, перебираюсь в тень, пытаясь вспомнить, где я. С окна мне улыбается растение. Изнанка всего невероятно далека. На рынке нету отточенных разработок. Биотоки, энергетические поля легко видны тем, кто их испытал на себе. Перебор вопросов, переброс ответов. Резкий выплеск адреналина при долгом рассмотре часов. Их стрелки застыли вокруг мультипликационной фильмы. Нелинейной сюжетной линии, будто какая-то сила сверху давила. Музыка словно на сломанном пианино. Она говорит и дышит, это уж слишком. Вижу узоры и вспышки, походу в спешке я принял лишку, мне не прикольно. Приборы вышли из-под контроля, роль логики в этих кадрах пропала без вести. Одно на другое лепится, как снежный ком, летя по наклонной, сметает все он. Скажи мне, что это? Но вопрос утонул в тишине кромешной. История не закончена, потом я проснулся несвежим. Я этот раствор знаю, с него всегда такой приход. Зашифрованных символов выгравированы на земле неизвестно кем. Дома, манекены, люди как клоны, их бы убрал, но это наказуемо уголовно. Казус произошел спустя пару часов после пробы. Кто-то переборщил, стою, палю прохожим, смущенные щи. Они все странные, это кошмар. Своей походкой кручу земной шар. Страшно, не помогало, но я все равно кричал. Развязка была далека, все перематывало на начало постоянно. Если б я был настроен на суицид, я бы выбрал способ гуманной боли. Сижу на скамейке во дворике, чипсы и пиво о чем-то спорили. Изображение расплылось по углам экрана. Эти мультики надоедливее, чем реклама, и не приносит радость. Думал поугарать, но занесло дальше, чем мне казалось. Сомнений никаких нет. Это влияет на психику. И вообще говоря, это создает такого получеловека, который не различает реальность. Забудь все базисы, выкинь инструкции. Мы продукт сиюминутной человеческой глупости. Я не знаю, что такое радость и трудности. Прусь от того, что прет по возможности. Переступив порог поля, почувствовав прилив крови, я нахмурил брови и встал со своей тенью вровень. Я забыл о роли, отведенной мне природой. Народное тело внутри вело себя покорно. Под звуки горного горна, бездарно, но проворно. Перекинул весь вес, мозг с ноги опорный. Набором оборванных фраз в виде воронки. Я не хотел быть громким, забивая звуком тромбы. Сейчас бы на метро бы уехать от всех микробов. Болезни распространяют коровы, меня это не коробит. Я в коробке из добротной картонки. Горький опыт всегда остается в подкорке. Да вы поймите, что это все, все ваши ощущения. Все это побочные эффекты. Мистика потерян для этой реальности. Но инстинкт, лишая девственность, заставляя нести. Мистика рвет на куски, задавая вопросы. Ты продал маму за дозу, глупый подросток. Структура сознания тает, сметая. В твоей истории точка, в моей запятая. Окружность теряет привычную форму. Я выполнил норму, пойду еще дерну. Магический воздух, я вдыхаю пары. Сотни местных барыг принесли мне дары. Пусть я буду вторым, после Димы едины. По следам Аладдина я прошу проведина. В дебри дремучий, дай оказаться везучим. Не дай стать трофеем для пидоров сучи. И пусть я измучен среди песков зыбучих. Решает только случай, чаще всего ебучий. Делаю пометки в календаре, уверены, что держим путь на свет наверх. А ты думаешь, куда свою линию гну? Еще найти бы, где низ, и не вернуться ко дну. От стены оттолкнись и упрись в другую. Замкнутый круг, но выход
ответ найду и надавил на перепонки. Перевернутый мир, перешагни через барьер или останься один, одна за одной. Или в одного весовой, недели потерян, сбит компас земной. Я все монетки из копилки выкинул в море, оказалось, деньги зло, перестал работать. Раб ситуации, еще друзей на пальцах, образ без глянца, расплавленный как пластик. Через любую дыру выберусь наружу, будто бы есть смысл, будто бы кому-то нужен. Это реальность, только концепция, которая представляет, если есть я, есть что-то другое. Но у этого я нет разделения с тем, что создает. И когда оно действительно это понимает, что мир существует как некая форма относительности и абсолютности этого момента. В относительности вы есть, в абсолютности вас нет. И в этом нет вы есть.